вот вода. Хочешь. Ваша вода. Вот это вода. Да. Ее пить нельзя. У нас постоянно запах, иногда ходишь по улицам, и вспоминается урок химии, запах кислоты слышится. Погана екологічна обстановка в селищі. Що саме? Викиди, руйнуються путі, дороги руйнуються. Вже майже рік, а може навіть більше, екологічний патруль отримує скарги від мешканців Дніпровського, від голови селищної ради Дніпровського про те, що дуже багато небезпечних викидів, скидів, що дуже брудне повітря, про те, що на території села дуже грязна питна вода, що люди скаржаться на стан здоров'я. На території селища міського типу Дніпровське, яке, до речі, і будувалося біля підприємства крахмалопаточного комбінату, так зване КПК, є декілька невеликих підприємств, але основний вплив на довкілля все ж таки несе підприємство КПК. Це підприємство вирішило побудувати нові лінії і відремонтувати існуючі потужності, і заявило про свій намір через процедуру ОВД – оцінки впливу на довкілля. Згідно законодавства, з прикінця 2017 року ця процедура обов'язкова для підприємств, якщо вони мають намір щось побудувати або відремонтувати. Саме така процедура зібрала сьогодні людей на громадські слухання стосовно цього підприємства. Які цілі цього об'єкту? Этого нового цеха. Будівництво та експлуатація цеху з виробництва сухих нативного і модифікованого крахмалю потужністю 250 тонн на добу. Це мета. Для будівництва проєктованого об'єкту, от нового цеха, відведена земельна ділянка площею 15 159 квадратних метрів. Мы смотрим, какие воздействия на окружающую среду происходят в процессе подготовительных работ и строительства. Если это 250, вы сказали, тонн в сутки крахмала будет производиться, сколько в сутки будет выброса в атмосферу и сколько, какие реагенты в каких количествах применяются при производстве? Соляная кислота 33%. 25,6 тонн на месяц. Остовый ангидрит 100%, 276,1 тонн на месяц. Перекись водню 5,1 тонны. Адипиновая кислота. Согласно технологии, все вот эти вещества, что я назвал, это которые работают в технологии. Они в отход не идет, не соляная кислота. Водище, завод воняет, это дышать нечем. Давление скачет каждый божий день. Конечно, личные проблемы есть. Он, кроме комбината есть, он МТ-винтан тоже там не дуже все смачено, кажут. Каротин там всякий, химия там всякое таке тоже, вредности. Погана экологичная обстановка в селище. Що саме? Викиди, руйнуються путі, дороги руйнуються. Вітре і забруднена, і вода забруднена. Все в нас забруднене. І дороги вбиті. У нас постійно запах, іноді ходиш по вулицям, і вспоминається урок хімії, запах кислоти слышиться. Ще, якщо у нас така примета, якщо пахне фекаліями, то буде дощ, тому що зі сторони очисних тягне запах фекалій. Значить, цей вітер восточний принесе нам дощ. Нам понятней. Если вы дадите простейшую раскладку, пункт первый, конечный продукт переработки подлежащую или утилизации, канализационные воды, так далее и тому подобное, химреактивы, которые подлежат утилизации в процессе переработки. И что именно комбинат с какими методами будет их утилизировать. То бишь, если там, допустим, есть соляная кислота, готовы ли наши водоочистные сооружения к такому объему переработки этой соляной кислоты? Если там, допустим, есть еще какой-то реагент, что делается для этого? Есть ли пылеуловители? Отходы, которые есть согласно проекту, это отходы пыли и выбросы от лаборатории, которые идут. Кислота серчана, пароподобный, газоподобный с полуки хлору, водин хлористый, кислота азотная, кислота отстова. Приземные концентрации с фоном, без фоном. Вот
как вам еще говорить, ноль, все меньше гранично допустимых концентраций. Было зафиксировано то, что комбинат остатки своих отходов, включая и остатки после кислот, высыпает, как складирует в местах отведения отходов, там, где у них поля фильтрации. И превышение концентрации в этом районе практически там почти в 200 раз. То есть на это дала официальное заключение независимая лаборатория в городе Днепре. Поэтому если с таким успехом, как они будут высыпать это на сегодняшний день, они увеличат это еще с объемом производства, то в принципе та вода, которая в водохранилище, и все-таки это все связано подводными горизонтами, в итоге приведет к катастрофическим вообще результатам. Вы только затронули именно деятельность комбината со всеми его отходами. Правильно? Правильно. Я еще раз повторяю, не отвечаю за деятельность всего комбината. Здесь есть представители, технические представители, главный инженер, технолог, начальники цехов. Они вам на этот вопрос могут дать ответ. Вы, как эколог, вставайте и отвечайте на запитання. Не сейчас, а выходите и отвечайте на запитання. Згідно постанови, представник підприємства має сидіти отам з вами в приземлі і відповідати на питання. Будь ласка, підніміть, пожалуйста, людину туди, хай відповідає на питання. Чому собираєтеся до сюди? Чого ви собирали людей сюди, коли представник підприємства сидить і каже про те, що він потім колись? Є кримінальна справа, по якої зафіксована ваша труба з скидами в Дніпро. У нас одне із небагатьох підприємств, яке не скидує свої очищені води до Дніпра або до інших річок. Я буду з вами рада, коли ви мені покажете цю трубу і скажете, ось вона скидується. Я з вами лично пройду. Ну, от ми ходили на Дніпр, хотіли на коньках покататися. Там комбінат щось слив, жовта вода була на Дніпрі. У мене є відео. Я зняла цю воду, да? Жовта вода була в мороз, вона, видно, гаряча була, вона по краям. Ми не могли навіть дойти, там уже купатися невозможно. Там постійно скидаються ці води з комбіната і всі сливи туди. А чому ви думаєте, що це саме комбінат скидує туди? Ну а откуда ще могла бути гаряча вода, якщо труба там комбінатовська виходить? Минулого року люди зафіксували те, що йдуть скиди в Дніпро з ливневого стоку, який знаходиться в межах села, і його напрямок іде з підприємства до Дніпра через усе село. Як з'ясувалося, ця труба не стоїть на балансі у підприємства, але підприємство скидує через неї сточні води. І стосовно цього випадку було відкрите кримінальне провадження, туди виїхала Державна екологічна інспекція. Але, на жаль, як завжди, пробуксувала наша поліція, яка сказала, що вона не може встановити ні власника цих брудних сточних вод, нікому належить ця труба. І, на жаль, ця труба також відкрита, і до цієї пори туди скидають сточні води, підприємство до Дніпра, і ніхто нічого не робить. Так, вот вода, хочешь? Ваша вода. Вот это вода, да. Ее пить нельзя. Комбинат должен стоять на 60 километров дальше от жилых домов. 100 метров. Кто вам сказал 100 метров? Заселиться до нас 100 метров. Раньше до нас приезжали до Хлябатури на дачу, все отдыхали, радовались нашим поселкам, как он цветет. А сейчас он умирает. Вот набираем водичку. Мало того, что тут много концентрации хлорки, она должна отстояться. Но когда она отстоится, вот эта водичка, у нас сразу здесь появляются хлопья, то есть осадок, пленка сверху, как бы масляная. Непонятно из-за каких это свойств, то ли они закупают дешевые препараты, мы вынуждены покупать себе питьевую воду для своих нужд, для питья. Крахмалопаточный комбинат поставляет нам эту воду. У них находится этот цех по очистке воды, ХВО так называемое, и они нам как бы поставляют вот эту воду в каждую квартиру. Мы находимся на месте, где вода забирается на комбинат. Вот стоит насосная станция. На этой насосной станции идет закачка воды из Днепра
з глибини 10 метрів, велика труба, йде до середини Дніпра почти. Вдаваємая вода проходит несколько стадий. Вот. В частности, первая стадия – это смешение коагулянта, флокулянта и хлорной воды, при которой происходит предварительная очистка. И после этого вся эта вода проходит через фильтр кварца. Вода соответствует всем требованиям СанПина. В данном случае трубопровод старый, прогнивший, в котором масса потерь, в котором масса проблем, связанная с расслоением металла и так далее, да, это как раз вот оттуда и возникает эта история с плохой водой. Так історично склалося, що це село запитано усіми своїми сітями до цього підприємства, до КПК. На території КПК стоїть ТЕЦ, яка обігрівала і свої потужності, і усе село. На сьогоднішній день це один реактор, з якого йдуть потужні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Також це підприємство подає воду на територію селища. Колективні звернення мешканців ми перенаправляли в екологічну інспекцію. Це, наприклад, касається ТЕЦ по фільтрам. Фільтри до сих пор не стоять. У нас ТЕЦ працює днем, він працює на газу. Вечером они переходят на уголь, на выходные дни тоже топят углем. Дышим гадостью. С их стороны никакой реакции, бездействие. Вы правы в том, что у вас есть претензии к предприятию, к его деятельности. Есть. Это, для этого вы должны инициировать, пригласить дирекцию, пригласить проектантов, которые там работали, и рассмотреть все до конца. Но лучше всего... Подождите. Но лучше всего, чтобы вы заказали экологичный аудит работы предприемства. Мы можем сделать, я не знаю, хотите, мы сделаем официальную ответ на голову селищної ради, сколько у нас было проведено заміни обладнання газоочисного в цьому році. Почему вот эта вся красная хрень летит людям в глаза, на головы? Вы все сидите по своим кабинетам, вы же не видите, как мама с ребенка с головы вот так снимает все это. Понимаешь? 10 сантиметров вот этой красной пыли. И всем этим мы дышим. Это экология? Экология. Хорошо. Ежеквартально наш комбинат вместе с независимыми организациями, которые имеют на это лицензии и право, проводят определение количества выбросов на нашей санитарно-защитной зоне. Я вам скажу данные, например, за самый последний замер. Например, по пыли у нас при фоновой концентрации 0,2, при фоновой концентрации разрешенной 0,3, у нас содержание 0,2 миллиграмма на метр кубический. А вы нам очистные фильтры можете показать? Во-первых, это опасное производство. Второе, вы увидите массу труб. Да, массу труб. Большие какие-то громадные металлические сооружения, вот, в которых что-то гудит и свистит. Все. Хотите это увидеть? Так. Говорились. Когда будет возможность, будет потеплее, вам покажу. А сегодня мы не можем подавиться? Мы беспокоимся о вашей безопасности. Сколько мы жили у нас, мы даже раньше не чули, что есть такая болезнь. А сейчас... Если я не ошибаюсь, 140 человек вроде бы у нас на рак. Ну, на рак. У меня даже муж. У вас муж? Да, мы оперированы. Мы прошли обучение. Ну, а пока вроде бы ничего. А так у нас и отец и мужа умер, и мать мужа умерла от онко. Каждую неделю почти человек умирает именно от этого заболевания. В поселке Днепровское на сегодняшний день состоит на учете 145 онкобольных. Это те онкобольные, диагноз у которых зарегистрирован и в минувшем году, и в 5 лет и более. Половина из этих людей уже пережила порог 7-10 лет. Во всем Верхнеднепровском районе таких пациентов находится около 1200. И количество их не растет из года в год, ситуация стабильна. Как и во всей области, так ситуация в районах нет критического роста. Первые три места среди онкозаболеваний занимают рак кожи,
рак легкого и рак молочной железы. Есть, конечно, косвенное влияние экологии, но, к сожалению, мы не можем сейчас измерить какие-то факторы влияния экологии. Когда-то были такие, проводились исследования, сейчас они, к сожалению, не проводятся. Выброс в атмосферу вредных веществ, тех же выхлопов каких-то предприятий, наличие каких-то там состава воды. К сожалению, сейчас эти исследования не проводятся. Для того, щоб претендувати на те, що були якісь відшкодовування місцевому населенню, потрібно, щоб велися такі дослідження. Бо без цього суди України не зможуть відшкодовувати шкоду, нанесену підприємством здоров'ю людини. Дуже довго всі говорять про те, що необхідно, щоб був онлайн-моніторинг. І моніторинг екологічний, який в себе буде включати і аналіз атмосферного повітря. Всі ці дані повинні бути відкритими. Хочеться зазначити про те, що підприємство не захотіло прорахувати загальний вплив на довкілля від роботи не одного підрозділу або цеху, а від усього підприємства. А також ми маємо надію про те, що підприємство в рамках зазначених процедурою оцінки впливу на довкілля, тобто 5 робочих днів, надасть нам усі документи, які ми зазначили в процесі слухань. Якщо підприємство нам не надасть документи в термін 5 робочих днів, то ми будемо наполягати про те, що процедура оцінки впливу на довкілля згідно законодавства була порушена, і такому підприємству не може бути виданий позитивний висновок з ОВД.